Друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь в магазине Rite Aid, буду снимать, что я здесь покупаю. Вот смотрите, вот это лекарство, даже не лекарство, а сироп с натуральных ягод. Он поднимает иммунитет, стоит 14,49. 30 таблеточек стоит 14,49. И вот такой сиропчик в сиропе тоже 14,49. Но я думаю, в Костко дешевле, поэтому я сегодня еще заеду в Костко, и мы как раз сравним 120 миллиграмм, цены сравним. Вот витамины у нас, что тут? По-моему, вот такие я покупала, или какие? Нет, таких, как я покупала, есть. Вот такие я покупала, да, но сейчас они у них очень дорого стоят. Тогда они были на скидке. Одну покупаешь, другая 50% была скидка. Сейчас они, видите, 16,49. Но это очень классное. Здесь вот много витамина С. Если у меня только насморк, я выпиваю, и все проходит сразу. Тоже посмотрю еще в Костко, если есть что-то такое подобное и дешевле. Если нет, вернусь сюда, куплю. Так, видите, у них хлоракс почем здесь 5,79. Ну, по-моему, в Walmart'е намного дешевле. Тоже посмотрим, заедем почем там. Пока еще все есть. Салфетки вот 7,49. Тоже очень дорого, мне кажется. А, еще спирт 4,79 за 91% спирт. Пока есть еще. У нас 3 марта. Перчатки есть. Я решила одну бутылочку все-таки взять. Вдруг потом заберут. Их всего лишь 4 здесь. А, нет, смотрите, кстати, здесь полно всего. Так что не знаю, почему в Костко там такая паника, все разгребают. Здесь все есть. Просто, правда, дороже, чем в обычных магазинах. Ну, чистящие средства. Видите, да, он этот, он здесь дороже, чем в Walmart. Так что едем в Walmart и покупаем там. Дороговато. Пока еще на полках полно всего. По крайней мере, в Rite Aid. Но нету скидок никаких. Так, зато у них, видите, витамины разные здесь. Один покупаешь, один бесплатно. Полно витамин. Витамин D3. B12, вот цены. Здесь всегда такие цены. Кальций 16,49. Вот миллиграммы здесь написаны. Сколько? 120, да? 120 капсул. Кранберри, я знаю, это тоже вот витамин С хороший. Тоже в капсулах, видите? Ну вот такое сейчас более нужно покупать, чем даже какие-то антисептики. Да, вот все воду гребут там в Костко. Ну вот воды полно, тоже 2 за 6. По 3 доллара получается. Вот это. Почему она в Костко и почему она здесь? Не вижу на эту воду цену. Это у нас 8,49. Ну видите, водой забиты все. А, кстати, Fiji Water по 2,50. Тоже немного дороже, чем даже в органике или в Walmart'е. В органике самая дешевая. Еще один ряд воды. Смотрите, все есть. Полно воды. Бери, не хочу. В общем, вот видите, друзья, 5,22 вышла. Вот такая бутылочка у нас. Но она довольно-таки большая, еще 91%. Алкоголя, видите, сколько здесь? 946 миллиграмм. И в Костко я покупала 73, по-моему, процент, 73% спирт, то там он стоил 3 с чем-то. Две баночки. По сколько миллиграмм, не помню. Но я купила там 4 упаковки. Думаю, пускай лежит, пока нет ажиотажа. А вдруг нам придется обрабатывать все вот эти, знаете, ручки дверные. И если уж вирус. Вот когда с первого раза снимаешь и не хочешь дублировать, монтировать видео, потом получается бред просто какой-то, а не видео. Ну ладно, вы мне и так поймете. В общем, от вирусов все равно, может, придется все мазать. У нас семья большая, дети вечно там бегают по паркам, да, руки надо протирать в любом случае.
даже если этот вирус не будет с такой силой распространяться. Ну что ж, поснимала немножко в этом магазине, вот Rite Aid. Здесь аптека, здесь продукты есть, и также косметика продается. Такой небольшой супермаркет. Все необходимое здесь есть для первой необходимости. И этот магазин круглосуточно работает. Пока все есть здесь на полках. Но здесь так не разбирают, как в Костко, так как здесь, вы видите, цены немножко подороже, наверное, на все. Немного, я бы сказала бы. А в Костко дешевле продукция, но люди почему-то там в панике гребут туалетную бумагу, спирт. Это я в группе Костко там смотрю. Уже даже запретили модераторы, администраторы этой группы ставить в Костко такие подобные там фотки, где пустые полки и тому подобное. Туалетную бумагу разгребают, и люди удивляются, зачем. Они что там будут есть, сидеть, когда нельзя будет на улицу выходить, допустим, если карантин будет. Нет, я думаю, просто люди думают, будем сидеть дома, никуда без надобности не будем выходить. Поэтому и гребут такое. Воду, макароны, да. Самое нужное и дешевое. Вот на что люди могут потратить деньги свои и так небольшие. Много же живут не так уж и богато в Америке. Поэтому на макароны... Будем смотреть дальше события. Я потихонечку так буду снимать тоже подобные видео. Авось через эти названия там больше будет людей заглядывать на мой канал. Только ради этого, наверное. Но в то же время, может, вам интересно будет, как у нас тут дела обстоят в Спокене, в Вашингтоне. Я знаю, что, по-моему, там Вашингтон, тоже Вашингтон, но Сиэтл, там больше заболевших, поэтому там больше ажиотаж. Поехали дальше, в Walmart съездим, посмотрим, что там, почем. А потом в Костко. Может, поснимаю в Костко, что я куплю. Решила в Костко сегодня не ехать, но в Walmart сейчас заеду, да. И вот рядом возле Walmart прям решила снять вам апартменты, как выглядят. Когда-то здесь наши родственники жили. Не помню, ли с этой стороны. Когда мы приехали 14 лет назад, мы у них были в гостях. Или с этой. По-моему, с этой стороны они жили. Это тоже апартменты, только с гаражами. Получается, на две квартиры, наверное, и два гаража на каждую квартиру. Вот. Не знаю, почем сейчас здесь апартменты. Ну, в общем-то, вот такой райончик. Возле Валмарта близко. Можно пешком прям пройтись. И рядом возле Division улицы. Ну, я думаю, сейчас в Спокене однокомнатная стоит в районе $800. Я так думаю. Не буду вас обманывать. Мы, когда приехали, снимали за 600 с чем-то двухкомнатный. Потом они начали поднимать. Постепенно и выросло, по-моему, до 700 там, с копейками. За 5 лет не сильно так выросло, но... Мы уже через 5 лет купили свой дом и переехали. Ну, свой как? Конечно же, в кредит. И сейчас живем уже 9 лет в своем частном доме. Очень счастливы и рады, что мы живем в частном доме. Как бы нам намного больше нравится, чем апартменты. Вот подъехала к Walmart. Несут ребенка, ножки голенькие абсолютно. Ну, так вот американцы сами в шапках. Так, ну что? Пойдем смотреть, почем здесь все. Людей пока много, никто ничего не боится, все без масок. Или их нет просто масок. Я, кстати, сколько искала. Я масок не вижу у нас, где они продаются. Разве что онлайн. Ну, вот такие витамины 12,97. И здесь 64 штучки. Вот, видите, пустые прилавки там, где витамины почему-то, не знаю. Люди поразгребали все. Все, что касается здоровья, да? Знаете, ищу алкоголь, вот такой, как я купила, нету здесь. Ну вот ноль алкоголь, но убивает 99%, да, бактерий какой-то.